Всем привет! 232 серия турецкого сериала «Доверенная» выйдет 19 октября. По традиции с русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть на следующий день. Если вы рады примирению Ямана и Сихир, тогда ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Наконец-то наша пара примирилась, чему рады все зрители, которые с нетерпением ожидали этого момента. Возможно, теперь их брак станет реальным, и они будут оба еще счастливее, если, конечно, сценаристы не сделают сюрприз. Зухаль, видя все это, будет в шоке, потому что она подумает, что потеряла Ямана навсегда. Что бы она ни делала, ей не удастся разлучить Ямана и Сихир. Зухаль решит, что единственный выход – это убить Сихир, и тогда Яман точно останется с ней. Но дело в том, что для Ямана Сихир – это и есть жизнь, и если вдруг с ней что-то случится, он никого не подпустит к себе. Так что мечты Зухаль никогда не исполнятся. Дуйгу узнала результаты теста ДНК, которые подтвердили тот факт, что найденное тело девушки не принадлежит ее сестре, а значит, она жива. При поддержке Али Дуйгу окрепнет и продолжит поиски сестры. Все это время она винит себя в том, что не смогла ее защитить, хотя ее вины в этом нет. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик.